Все, запись пошла. Так, а возьми все тут. Вот так. Пистолет. Топор нужен, да? Нет, не, не. Берем пока только не стерильное. А наверху можешь взять, да? Да ну там, я не знаю, достанем мы, нет. Его. Не понятно. Опять прыгать будем. Прыгать, это умирать. Край, ну, нет. Здесь можно пистолет, да, взять. Ты меня закинул. Все, значит, нам ничего не достанем. Идем. Бери там сразу дробовик. Скажешь, калибр, я патронов. Тут револьвер. Патроны сразу возьми. Револьвер ты не можешь, да, взять? Подожди, стой, стой, стой. Скажи калибр дробаря своего. 22 LR. 22. А, вот. Подожди, что ты выкинул? Да, они. Все, выходим. Только не через этот выход. Идем просто через тот. Возьми дробарь. Бегали. Она убежала. Неудобно дробовик. Не, давай с близка стреляй, потому что дробь все-таки. Подряжаю. Все патроны почти потратил. Что ты делаешь? Подожди, стой, стой. Ну не надо. Стреляй с близка. Вот, видишь, я попал. Что-нибудь это сильный. Ах, ты зряд. Все, я их убил. Ходячий такой. Вообще не умирает, чё. Близка стреляй. Так, ну ты зеленый, а я красный или нет? Зеленый. Блин, потихоньку. Вот, а тут проход есть. Ключа. Ключ. Вот он, ключ. Бери ключ. Пошел. На какой-то летающий ключ перед тобой вообще. Туда не пойдем. Кстати, зомбари немерено. Ну открывай, пробуй там. Под лавы. Пистолет. Бегай еще. Надо быстро бегать. Я ему в нос выстрелил. Вон там еще ребенок. Он же плохо. Они бегают быстро. Я убил. О, сразу двоих, две оловым. Надо желательно с выстрела убивать. Что-то не очень получается. Где пинг? Узнай, конечно. Пинг 13 вроде. Ну да, он прям маленький вообще. Нет, стреляй с близка. Не, патроны закончились. Давай. А вон есть автомат какой-то. У меня тоже один патрон. Я даже так выкину. Так, пытаюсь сидеть.
О, штык-нож. Какой калибр у винтовки твоей? 62-39. Готов. Так, ну, 15. Чего напоем? Подожди, стой. Что-то есть, что-то? Там еще проход был? Чесак есть. Эй, оружие. Это проход есть, который мы тут не можем. Вот, нашел, если тебе надо, здесь бинты, по-моему. Да, бинты и аптечка есть даже. Нет. Есть. Ой, бля. Вон, смотри, глянь. Бинты там. Кабинты закрыты. Сортир. Поход нам на улицу. Улица, давай тут еще побегаем, посмотрим, что тут есть. Так что нам тут вообще надо сделать-то? А я не знаю, тут... Тут темно, короче. Вот там зомбарей включен, ну давай дверь закроем назад. Слушай, нам вот надо, там по-любому. Да. Сидеть же тут. Если дверь там находится, ну показывает, то значит, наверное, как-то все-таки на улице надо выходить. Тоже патронов нет, не знаю, как мы пойдем. Блин, не мажь за... А вот стой, попробуем дверь зайти. Краш, красная. Нужен ключ. Быстрый. Блин. О, я все равно патрона могу убрать. Да, это отлично. Осталось. А вон там ты же брал где-то ключ. Смотри, сзади тебя зомби тоже. Вот. Давай, я убью те, что сзади тебя. И те, что впереди. Патроны хочешь? Блин, какой-то попасть, что ли, не могу. Что за бред? А, у меня тоже закончилось. У меня пистолет этот выбрал. Не могу в него попасть, и все. В него... Столько всадил. Я еще патроны закончился. Так, у меня 4 патрона осталось. Есть ли? Спер ключ. У меня 2 патрона. А там, помнишь, револьвер был? Чё-чё? Ну этот револьвер, кольт, по-моему, если не ошибаюсь. Где он был? Я вот не помню, где он был. Давай все откроем, глянем, если есть зомбаки, вернемся назад. Нет патрона. Выходи, 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 выходи. Все, давай возвращаемся назад, идем через дверь. Там был... Бля, тут тоже зомб. Не знаю, он пускает меня. Жим назад. У меня патроны есть от Кольда. Сейчас как-то надо как-то вручную убивать, не знаю. Только уроном наносят. Держайся постоянно. Какие у тебя патроны вообще есть?
9-миллиметровые. 9 миллиметров? А сколько? Я вообще красный, нет, зелененький. Зеленый. Мне слышно, к сердцу холодится. Страшно. Вот, нашел его. 9 миллиметров, у тебя есть патрон? Да. Вот возьми, по-моему, пистолет 9 миллиметров. Я их выкинул там. Ну идем тогда за ними. Подожди, а я не помню, какой пистолет. Я его потом гляну. А, во, у меня кольт есть. Глок. У меня кольт тоже 9 миллиметров. А, так где есть, да, пока нет? Возьми все глок, у него, по-моему, скорострельность побольше. Вот валяется на пол. Выкинь тот пистолет, возьми глок. Бойность хорошая. Не, не, ну выкинь еще что-нибудь. Ну винтовку выкинь. Она хорошая. Патронов нет на нее. Если что, вернемся быстро. Я все равно не могу. Да взял ты ее, по-моему. Нет, ну ладно. У меня есть пистолет. Давай я пока постреляю, у меня здесь патронов на него аж 35. О, я просто патроны выкинул. I got a full magazine. Все, у меня 18,8. 5 loads remaining. С патронов выкинуть, да, да. Угу. Нам еще профуты какие-то есть, мы не будем. А там скорая помощь. Куда нам надо, по-моему? Куда поубивают? Так, смотрим, ничего здесь нет. Забор. I got one magazine remaining. Молоток. Как он зомби научились? Ты фиг его знаю, как они дверь открывают. Сучка крашеная. I got one mag left. О, патроны надо перезарядить. Дергается. О, патрон. А, промазал. 37. Ну все равно, бери все патроны собирай. Когда потом найдем. Перезарядиться надо. Пока радует, что не тут. Что-то я краснею. Кровоточие. Нет, тут не красный. А, так это у тебя этот, как его, вирус. Пробуй использовать. Или нет. Я когда ты краснеешь, ты зеленый. У меня стучит сердце. И экран краснеет. А вены идут по экрану? Пока нет. Может, у тебя кровоточие? Ты как-то зеленый. Так много. Так вот пистолет какой-то. Да, замарин здесь море. Дробовик. Выбрать дробовик.
патроны спёр. Какой у тебя калибр на дробовике? Зелёненький. 12. Летная бумага. А у тебя дверька, погоди, погоди. Что тут нельзя? Пропустите. Ну, наверное, нельзя попасть, только я тоже тут бегал, пробовал, нельзя. Вот белые еще двери есть. А они тут вообще не даже попробовали. Что-то странно, сколько зомби убили. За день и обратно есть. Может как-то разбить тут деревяшки? Слушай, такой дробовик жесткий, где по 5 штук надо, как они говорят. Слушай, за там такие откуда? Ага, усё. Так они тут появляются. А ну попробуй, надо как-то деревяшки эти разбить. Да, можно их разбить. У меня патроны. Подается что-то на зомбаре. Не знаю. Лучше из них что падает. Слушай, тут их куча. Есть кувалда, может кувалды? А где кувалды? Патроны. Нету патронов. Слушай, они идут и идут, короче. Взял кувалду. Бей. Я. А ну пробуй выстрелить один раз в деревяшку. Лучше дверь не открывать. 4 патрона. Я отсюда бегу. Куда? Куда ты бежишь? Бля, помажу. Блин, ты был... А у тебя нет причины за это, смеси какой-то зажигательной? Кувалду в руки. Коктейль Молотова? Нет. Вали их с кувалды. А, ребенок. Слушай, может, побежали? Так, да, бежи, наверное. Уже красный, кстати, смотри, чтобы тебя не ударили меня. Я бинтами обвязался. Ой, я... Так, он вверх чемодан какой-то, видишь? Патроны какие-то на пол валяются. Видел чемодан? Красиво. Тут лодка, может, уплывем. Вот тут зомбарь. О, тут мотор. Иду. Ай, слышь. Ух, так, я красный? Глянь на меня. Да. О, промазал. Давай, отвлекай. Нет, еще один. Слушай, там вон есть канистра, вот ту канистру надо как-то принести сюда. Я взял стрелы.
У меня есть палка, стрела. А ты канистру не забирал там? 5,56 миллиметров ствол. Сань, канистру не забирал? Вон, видишь, что когда все вниз опускайся, а ты иди там. Давай подходи ко мне. Я красный, нет еще? Я зеленый. А! Я не знаю, чем помочь. Теперь ты желтый. А как туда попасть вообще? Запрыгнуть как-то можно. Сюда не пойдем. Подожди, давай отнесем все-таки. Может, что-то там заработаем. Генератор. Прилетит спецназ, а всех убьет. Добрый. Ну вот, пропало. Что это? Вот. Тут еще какой-то есть. Пропан. Давай его взорвем. Вот. А свет появился. А что с ним делать? Давай его пока здесь оставим. Ну и что со светом? Свет есть еще дальше. Слышь, а вон домик, смотри. А мы там были. Не были мы там. Мы были, мы тут пришли. А, ну да. Зомбарь он открыл. А ну... А пошли туда наверх, там где мы были. Все-таки залезем туда. Можно вон туда? Там где канистра, помнишь, была? Может там какие-то патроны валяют, печки. Что-нибудь хорошее. А, туда нельзя. Значит, идем туда. Вон, видишь, проход есть какая-то очень. Хотя и вот тут тоже подъем есть какой-то, может, туда где-то. А может там и какая-то снайперская винтовка лежит. Где лучше? Да, кто это? О, это двери. А, так, наверх подняться. Ну, сюда нельзя. Зомбаря убивай. Слышь, ну и свет на ключи, ладно, окей, зачем? Не знаю. Какой-то хрень взял. Вот. 7,62,39, по-моему. А маус его. На глобе что мне патроны? Во, мне вот это надо штука. Так, на добре у тебя тоже, да, патронов нет? И граната. У меня на вот это патроны есть. 46 патронов. И тут закрыто. Может какая-то тут. Может нам до автомата пустили из-за этого, что мы. А ну бейся, давай, иди сюда. Давай тут зомби. Только ты красный, смотри, тоже аккуратно. Вот такой я, по-моему, автомат тогда нашел. Пошли в ущелье все-таки зайдем, то глянем. Ты тоже красный. Свет шоу небольшое. Да да, что-то лагает. Давай ко мне, вон там зомбари есть. Ребенка убей, ребенка убей. Слишком быстро. Давай так атаку подал по ним. Бля. Я в крови. Они, короче, как-то двигаются. Слушай, ты убежит, быстро его убивай. Что ты побоишься? Ты с кувалдой лучше.
все убиваешь, меня составишь. Да не стреляй. Да ну не стреляй, там, подожди, наведись сначала в прицеле. Ха, ты стреляй. Ужас. Сколько патронов потратил? Много. Вот, сейчас потеряно. Че, еще зомби? Да, у тебя много патронов? 20. Давай, вот сейчас зомби, он же близко, движется прямо на тебя. Я его убил. Давай, там еще. Не пойму. Может, сюда пропал надо принести? Тут двери, по-моему, разломать надо. Ну, это кувалда, я не буду сейчас стрелять. Разбивается? Может, вон в окне? А с полку в окно, что не залезем? Запрыгнем. Так, у меня сердце так чипает. А, это я поустал, я понял. Нет, давай тогда... Мы стрельнем один патрон, выстрели. Вытал, ладно, нет. Может, его только с пистолетом можно сломать. А в чё стрелять-то? В дверь? Да-да-да, в дверь стрелять. Нет, не ломать. Пошли за пропаном тебе, нормально. В натуре положим пропан и взорвём его. Да. Давай. А для этого нужна была, наверное, снайпер. На которой да. Патронов уже нет. Как это нет? Ни одного патрона нет? Есть, 19, по-моему. 17. Пропан-дутан. Шмальнул. Сейчас упадет случайно, где-то стукну его в этот. Искренне. Человек бахнет в бокал. Все, отходи. О, застрял. Я сейчас не буду стрелять. А, он меня держит. Он меня убил! Блин, да. Ну стреляй в него, пробуй. Не взрывается? Нет. Тут там наслушка. А подожди, ты можешь ближе его поднести, чем надо. Ладно, я тогда тоже умираю. Они меня не хотят убивать. А я думаю, что я застрял, а они меня пьют. О, тут еще лаборатория целая подземная. Ну все, беда. Че, выключаем его? Да-да.